72 поделить на 6. Сколько будет? 6. Да. Да, серьезно? Да. Ну, по-моему, не делится. Не делится, потому что это сложная цифра. Да, для 7 класса. Хорошо. Вертолет летит, деньги идут. Сколько будет 1000 умножить на... Сейчас пролетит он. Очень громко. Сейчас разбрасывает. Сколько будет 1000 умножить на 1000? 1000 на 1000. 8 нулей. Миллиард. Миллиард. Потому что что делаем? Все нули в единице. И сколько получается? 8 нулей. А 6? Это тоже 6. Тогда миллион. Тогда миллион. Все верно. Так, какая страна находится в двух частях света? Россия. Кроме России? Значит, Америка. Какая? Северная. Хорошо. Следующий вопрос. Кто написал второй том «Война и мир»? Да. Так это Гоголь? Гоголь, потому что он второй том что сделал? Сжег. Хорошо. Следующий вопрос. Последний. Какая птица не имеет крыльев? Крыльев? Ну, все имеют, но некоторые не умеют летать. Да, это какие? Ну, которые не умеют, это страус и пингвин. Это твой ответ? Допустим. Хорошо, даем шоколадку. Так, в какой теме ты разбираешься? В какой теме? Ну, чтобы типа ты знала ответы на него. Возможно, в спорте. Давай, кроме физкультуры. То есть спрошу, кто пробежал. Биология, но для 7 класса мы еще 2 года ее проходим только. Хорошо. Сколько хромосом у человека? Ну, 48, по-моему. Да, потому что 47 у кого? У меня. У тупых. Ладно, ничего страшного. Держи шоколадку. Спасибо. Что ты скажешь? Скажу, что если это увидят мои учителя, скорее всего, меня отчислят. Не отчисляйте, потому что подписывайтесь на канал, и все будет хорошо. Пока.